Президент Ливана Мишель Аун высказался в поддержку проведения международной конференции в защиту христиан на Ближнем Востоке, заявил депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов, передает Интерфакс. Мы попросили Ливан поддержать нашу совместную инициативу России, Ливана и Ватикана о проведении международной конференции в защиту христианского меньшинства на Ближнем Востоке. Президент пообещал поддержку, сказал Гаврилов. Депутаты Государственной Думы Дмитрий Саблин, Сергей Гаврилов и Александр Ющенко в пятницу встретились с президентом Ливана.